Гороскоп на 30 октября 2024 года. Для всех знаков зодиака. А перед началом, чтобы не пропустить наш новый гороскоп, прошу вас подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Приятного просмотра! В среду вы будете более эмоциональны, чем обычно, чаще беспокоитесь из-за пустяков, принимаете решения, о которых позже приходится жалеть. Старайтесь сохранять спокойствие, так вы гораздо быстрее справитесь со всеми испытаниями. Найти общий язык с представителями противоположного пола будет неожиданно трудно. Вероятны расходы, неудачные покупки. Невнимательность может обернуться серьезными потерями. Осторожность и предусмотрительность помогут избежать ошибок в делах. А снисходительность к чужим слабостям позволит обойтись без конфликтов с близкими. Любовный гороскоп на сегодня для Овнов. Вокруг Овнов в этот день будет слишком много неясностей. Когда вы убедитесь, что со столь непростой ситуацией самостоятельно вам не справиться, вы призовете на помощь союзников в лице кого-то из старших родственников. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Овен. Необдуманные расходы могут серьезно ударить по карману Овна. Особенно, если вы не распланируете заранее свой бюджет и начнете скупать все подряд в ближайших магазинах. Гороскоп обещает вам интересное и неожиданное знакомство, которое приведет к долгой дружбе. В любовных романах и интимных связях Овну следует быть крайне осторожным. Гороскоп «Дом» на сегодня. Профессиональные дела в этот период могут продвигаться динамично, если не стремительно, что позволит наверстать упущенное время. Вы должны доказать, в первую очередь, себе, что вы – энтузиаст своего дела, удачливый предприниматель, уверенный в успехе человек. Личный гороскоп. Неблагоприятный день. Все дела будут даваться тяжело, денежные проблемы выйдут на первый план. Судьба посылает вам испытания на целеустремленность и собранность. Постороннее влияние, ложный совет или субъективная оценка ситуации могут отрицательно сказаться на результатах деловых встреч и контактов. В среду – сложный день. Возникает много разногласий и споров. Вам нужно вести себя очень деликатно, чтобы сохранить хорошие отношения с окружающими. Появляются новые рабочие задачи, решить их будет непросто, стандартные методы окажутся неэффективными, поэтому придется поломать голову. Можно заниматься привычными повседневными делами, тут проблемы едва ли возникнут. Вы стараетесь быть внимательными к мелочам, поэтому ошибки маловероятны. Вечер порадует приятными встречами, даст возможность хорошо провести время в кругу друзей. Любовный гороскоп на сегодня для Тельцов. Только робость помешает Тельцам в этот день изменить свою личную жизнь в лучшую сторону. Особа, которую вы встретите сегодня, покажется вам слишком строгой и неприступной. Вечером вы будете с тоской сожалеть, что не сделали шаг к ней навстречу. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Телец. Сегодня Тельцу, вероятно, признаются в любви. Человек, от которого он никак не ожидал такой смелости и откровенности. Может быть, вам не стоит сразу же говорить «нет». В финансовой сфере дела продвинутся вперед, но не настолько, чтобы всем давать в долг и сорить деньгами. Оптимистичный взгляд на вещи поможет Тельцу сохранить отличное самочувствие. Гороскоп «Дом» на сегодня. День символизирует напористость, готовность к нападению, трезвый расчет. Пора действовать и начинать новые дела. Необходимо расходовать накопившуюся энергию. Личный гороскоп. Благоприятный день. Все дела будут даваться легко, денежные проблемы отступят. Возможно, встреча с деловым человеком, который сделает выгодное предложение. Хорошо все обдумайте. Ваша карьера вступает в решающий этап, и нужно быть уверенным, что все поставленные цели будут достигнуты. Вечер посвятите собственному здоровью и поддержанию хорошей формы. Вас, вероятно, ждут испытания в отношениях с детьми. В среду – благоприятный день для общения. Вы легко находите общий язык с окружающими, можете обзавестись влиятельными союзниками, встретить людей, которые помогут осуществить старые планы. Часто помогает интуиция. Благодаря ей вы даже новых знакомых часто понимаете с полуслова. Нелегко будет сосредоточиться на работе, требующей внимания к мелочам, аккуратности, а также изучения и анализа многочисленных фактов. Вторая половина дня обещает интересные поездки и встречи с людьми. Чей опыт будет вам полезен? Не исключены романтические знакомства.
Любовный гороскоп на сегодня для близнецов. Близнецы посвятят этот день решению давних споров со второй половинкой. К вечеру вы не только отыщите компромисс, но и будете строить грандиозные планы на совместное будущее. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Близнецы. Гороскоп предсказывает близнецам массу поклонников, букеты цветов и бурные овации. Все дело в том, что вы раскрылись для окружающих людей с творческой стороны, о которой многие даже не догадывались. Не раскрывайте секреты своей личной жизни, иначе это навредит репутации. Вечер близнецы проведут в уютной домашней обстановке. Гороскоп «Дом» на сегодня. В целом с деньгами у вас будет все в порядке. Вы станете много зарабатывать. Ваша жизнь скоро станет успешной. Если вы будете откладывать немного денег каждый месяц, спустя некоторое время деньги начнут приносить прибыль. Личный гороскоп. Критический день. Открытый обман, лживое обещание, нарушение договоренности может катастрофически сказаться на результатах деятельности. Не исключены финансовые потери. Стоит проявить сдержанность. Разберитесь в своих планах, мыслях и поступках, потому что вы должны быть готовы к неожиданному повороту судьбы. Личная жизнь также потребует от вас осторожности и внимания. Вероятны ссора с кем-то из близких или проблемы с детьми. В среду старайтесь не рисковать. Сегодня вы должны быть очень осторожны и внимательны. Именно это позволит преодолеть все трудности, не допустить серьезных ошибок. Важно правильно оценивать свои возможности, не браться за то, что вам не по силам, и не связывать себя обязательствами, которые будет трудно выполнить. Возможно, разногласия со старыми знакомыми. Поладить с близкими людьми будет несколько труднее, чем обычно, поскольку накопились взаимные претензии. Да и давние обиды порой вспоминаются. Постарайтесь спокойно обсудить сложившуюся ситуацию. Любовный гороскоп на сегодня для раков. Раки сегодня окажутся настоящими баловнями судьбы. Вам удастся и поваляться в постели допоздна, и посетить любимого родственника, и осуществить свой давний проект, сделать дорогостоящую покупку. Хороший день для легкого, необременительного общения, приятных знакомств. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рак. Сегодня у Рака будет немало трудных психологических минут, которые помогут пережить близкие друзья. Недавно вы расстались с любимым человеком, поэтому тоска гложет душу. Раку не стоит замыкать в себе и заниматься самоедством. Если чем-то суждено случиться, то это уже не изменишь. Вечер замечательно подходит для прогулки и ужина в кафе. Гороскоп «Дом» на сегодня. Во второй половине месяца может сложиться трудная обстановка как на работе, так и дома. Раки могут почувствовать себя выключенными из этой жизни. Постарайтесь не засиживаться на работе допоздна. Полезно просто погулять перед сном или хотя бы по дороге на работу. Принимайте на ночь теплый душ или по утрам контрастный. Посещение парикмахерской поднимет ваше настроение. Личный гороскоп. Вероятнее всего, этот день запомнится вам как день значительных корректировок долгосрочных жизненных планов. Только дипломатия должна сегодня стать вашим помощником во всех контактах. У вас завидная работоспособность, успеете сделать на удивление много. Ваша энергия положительно отразится на окончательных результатах работы. В среду будьте готовы много работать. Сегодня дела даются труднее, чем обычно. Стоит прислушаться к советам, особенно если их дают люди, мнению которых вы доверяете. Полученные рекомендации помогут избежать ошибок, найти верный путь к цели. Если вы беретесь за новый проект, запаситесь терпением, потому что добиться успехов быстро едва ли удастся. Возможно, разногласия с близкими. Часто оказывается трудно договориться о каких-то общих делах и задачах. Но серьезного конфликта удастся избежать. Любовный гороскоп на сегодня для львов. Львам сегодня не стоит гнаться за двумя зайцами одновременно. Ваш нынешний избранник и недавний знакомый непременно узнают о том, что вы пытаетесь удержать возле себя их обоих. Гармония в личной жизни иллюзорна. Впрочем, вы об этом и раньше догадывались. Этот день связан с обнажением многих проблем, на которые вы долго закрывали глаза. Сегодня придется принимать непростые решения. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Лев. В этот день Льву нужно руководствоваться рассудком, а не чувствами. Особенно, если вопрос касается работы, денег и личного бизнеса.
даже если вы испытываете желание всем помочь, то слегка тормозите свою щедрость. Гороскоп предсказывает Льву любовь с первого взгляда, о которой он так долго мечтал. Не упустите шанс сделать себя счастливым. Гороскоп Дом на сегодня. Не исключено, что сегодня Львы будут чувствовать себя на работе не очень комфортно. Станут известны происки и козни недоброжелателей. Нужно поговорить с коллегами и поставить клеветников на место. Если вы этого не сделаете, то ваша репутация может сильно пострадать, а влияние и авторитет среди знакомых понизится. Личный гороскоп. Постороннее влияние, ложный совет или субъективная оценка ситуации могут отрицательно сказаться на результатах деловых встреч и контактов. Вероятно, все дела будут даваться тяжело, нерешенные проблемы выйдут на первый план. Этот день планеты рекомендуют посвятить проблемам личной жизни и духовного развития. В среду удачный день, шансы добиться успехов высоки. Можно обсуждать важные вопросы, участвовать в совместных проектах. Люди, которые сегодня станут вашими союзниками, не подведут даже в самых сложных ситуациях. Проявляйте инициативу на работе, смело делитесь своими идеями, все это будет очень полезно. Не исключено, что придется столкнуться с какими-то проблемами, а на пути к вашей цели возникнут преграды. Настойчивость и целеустремленность приносят потрясающие плоды. Любовный гороскоп на сегодня для Дев. Девы в этот день напрочь утратят покой по вине постороннего человека. Узнав, что знакомый приобрел то, о чем вы мечтали очень давно, вы не сдержитесь от негодования и досады. Только к вечеру вам удастся прийти в себя и заняться неотложными делами по дому. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Дева. Сегодня Деве нужно будет вести себя вежливо с руководством. Если ваша карьера успешно движется вверх, то не ставьте палки в колесо фортуны. Со здоровьем у Девы могут быть небольшие проблемы, поэтому консультация специалиста не помешает. Честный и откровенный разговор с любимым человеком выведет ваши отношения на иной уровень. Гороскоп «Дом» на сегодня. Сегодня многие Девы будут способны действовать с расчетливым и эгоистическим стремлением к комфорту. Они будут согласны заплатить любую разумную или справедливую цену за помощь и сотрудничество других людей. Не изматывайте себя непосильными задачами, определите границу своих возможностей. Личный гороскоп. День встреч и контактов. Вероятный визит друзей и совсем неожиданный сюрприз дадут возможность весело провести время. Не исключено, что придется вернуться к давно приобретенному и уже забытому. У многих может появиться стремление к популярности, к светским развлечениям, вечеринкам, но не стоит изменять своим жизненным принципам. Не забывайте о родителях. Возможно, они нуждаются в вашей помощи. В среду этот день будет сложным для тех, кто привык действовать в одиночку и самостоятельно решать все возникающие проблемы. Сейчас нужно и важно уметь договариваться с другими людьми, сотрудничать, искать компромиссы. Старайтесь быть терпеливыми, не давать воли раздражению, если кто-то понимает вас не сразу. Часто выручает чувство юмора. Хорошая шутка может разрядить атмосферу и даже предотвратить ссору. Вторая половина дня подходит для общения с любимым человеком, обсуждения общих планов на будущее. Любовный гороскоп на сегодня для Весов. Весов до позднего вечера будут окружать неординарные личности. Море новой информации, которую вы получите от них, станет для вас толчком к построению новых, очень масштабных планов на будущее. Весам, дамам звезды рекомендуют обратить внимание на мужчин старшего возраста. Разница в несколько лет не станет препятствием для гармонии и взаимопонимания. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Весы. Гороскоп рекомендует Весам быть предельно осторожным в быту, на дороге и в общении с посторонними людьми. Если вы запланировали обследование в клинике, то не отменяйте его. Новые проекты окажутся не только выгодными в финансовом плане, но и интересными. Чтобы внести ясность в отношения с избранником, Весы решат взять инициативу в свои руки. Гороскоп «Дом» на сегодня. Финансовое положение будет отличаться завидным благополучием. Этот день будет удачным для вложения денег и приобретения недвижимости. Настойчивость приносит удивительные плоды, даже если вам она порой кажется неоправданным упрямством. Критику пропускайте мимо ушей, она не должна отвлекать вас от важных дел. Личный гороскоп. Неблагоприятный для здоровья день
вероятно ухудшение самочувствия, обострение хронических заболеваний, болезни верхних дыхательных путей. Не исключены нервные стрессы. Мелкие ссоры с любимым человеком сегодня могут привести к очень крупному скандалу, а то и к полному разрыву отношений. Нельзя проявлять озабоченность и суетливость. Помните, что ваше обаяние может творить чудеса. В среду удачный день, хорошо подходящий для важных встреч. Не важно, что вам нужно от человека. Благодаря своей находчивости и незаурядному обаянию вы, скорее всего, получите это. Вероятно, приятные знакомства. Они могут получить романтическое продолжение, если вы не станете скрывать свою заинтересованность. Можно делать покупки, вкус вас не подведет, вы выберете вещи, которые долго будут радовать. Не исключены и выгодные сделки, особенно во второй половине дня, когда интуиция будет особенно острой. В это же время вероятны неожиданные визиты, которым вы будете очень рады. Любовный гороскоп на сегодня для скорпионов. Скорпионы сегодня допустят массу ошибок в планировании своего бюджета. Решив, что денег вам хватит до конца этого месяца, вы осуществите дорогостоящую покупку. После того, как радость пройдет, вы поймете, что поспешили. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Скорпион. Тактика поведения Скорпиона сегодня будет немного странной. Особенно во время общения с коллегами и начальством. Вы так упорно доказываете свою точку зрения, что даже не боитесь навредить собственной карьере. У Скорпиона отличный день для поездки и путешествия, а также для развлекательных мероприятий. Гороскоп «Дом» на сегодня. Вторая половина дня принесет удачу будущим программистам, электронщикам, социологам, дизайнерам, работникам сферы телевидения или новейших коммуникаций. Вы должны серьезно относиться к своему делу, своим занятиям, так как не исключены трудности из-за неорганизованности, невнимательности и лени. Личный гороскоп. День связан с самозащитой, концентрацией энергии. Существует угроза вторжения реальной жизни в ваш внутренний мир. Нужно быть осмотрительнее. Не следует посвящать знакомых в свои проблемы и планы. Вторую половину дня проведите дома и устройте небольшой семейный праздник. В среду будьте осторожны с новыми знакомыми. Они могут попытаться водить вас за нос, использовать ваши умения и знания в своих интересах. Не верьте щедрым обещаниям, едва ли кто-то попытается их сдерживать. А вот на давних союзников можно положиться. Вместе с ними вы сможете сделать многое. Вторая половина дня будет сложной с точки зрения эмоций. В это время трудно сохранять равновесие, любой пустяк может заставить нервничать. Хорошо, если рядом будет человек, который способен вас успокоить и поддержать. Любовный гороскоп на сегодня для стрельцов. Главным врагом стрельцов станет излишняя суетливость. Вам захочется завершить все неотложные дела, а еще отдохнуть, а потом навестить своих родственников. К вечеру вы выбьетесь из последних сил и поймете, что не сделали и половины из задуманного. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Стрелец. В этот день Стрелец будет находиться в центре внимания не только в кругу друзей, но и незнакомых людей. Ваш новый стиль и яркий образ не окажутся незамеченными. Гороскоп советует уладить недавний конфликт с родственником, который произошел по вине Стрельца. С деньгами обращайтесь аккуратнее и не стремитесь одарить всех дорогими подарками. Гороскоп «Дом» на сегодня. Возможно повышение в должности. День сулит много ярких увлечений и впечатлений, вдохновенную, яркую любовь. Шансов много и много возможностей. Если будете цепляться за старые привычки, упустите то, что идет само в руки. Поэтому главный девиз – действуйте. Личный гороскоп. Сегодня вы можете с успехом осуществлять различные коммерческие сделки, даже связанные с риском. Вас ждет успех. Вечер посвятите собственному здоровью и поддержанию хорошей формы. Сны бывают счастливыми и исполняются. Овощи, огород во сне, исполнению желания. В среду события развиваются стремительно, и вы сможете добиться больших успехов, если не растеряетесь. Будьте готовы взяться за дела, которыми прежде не интересовались, и быстро учиться новому. Нужно экспериментировать, рисковать. Порой из-за этого вы чувствуете себя дискомфортно, но первые победы возвращают уверенность. Во второй половине дня
вероятны приятные сюрпризы, в том числе финансовые. Любовный гороскоп на сегодня для Козерогов. Сегодняшний день подарит Козерогам несколько приятных сюрпризов. Неожиданно судьба вас сведет с очень симпатичной особой, о вашем существовании вспомнит кто-то из прежних друзей, или вы неожиданно выиграете в лотерею. Этот день хорошо подходит для общения с самыми близкими людьми. Сейчас вы понимаете друг друга с полуслова, можете спокойно обсудить важные вопросы и найти их решение. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Козерог. Козерогу окажут посильную финансовую помощь близкие друзья. Вам не стоит влезать в кредиты, если планируете купить новую квартиру. Решение проблемы личного характера поможет Козерогу уладить отношения с любимым человеком. Для командировки и покупки билетов за границу – неподходящий день. Гороскоп «Дом» на сегодня. Именно служебная необходимость может вывести вас в нужный круг общения и познакомить с вашим избранником или избранницей. Вам следует быть во всеоружии даже во время работы. Вы изящны, нежны, обходительны. Не скрывайте своих достоинств. Личный гороскоп. Сегодня планеты благоприятно настроены в отношении вашей личной жизни, и это нужно использовать. Ваше здоровье, коммуникабельность, личное обаяние будут находиться на высоком уровне, что позволит с легкостью преодолеть любые препятствия. В среду начало дня будет удачным и плодотворным. Даже с самыми сложными задачами удается справиться быстро, причем вы не допускаете ошибок, выбираете верный путь к цели. Часто вашими действиями руководит интуиция. Окружающие только удивляются тому, как ваши нестандартные решения позволяют изменить ситуацию к лучшему. Во второй половине дня вы почувствуете усталость. Захочется восстановить силы, но, к сожалению, не у всех водолеев будет возможность сделать это. Забот будет немало. Любовный гороскоп на сегодня для водолеев. Водолеи весь сегодняшний день будут окружены единомышленниками. Вы сможете насладиться приятной беседой, выиграть спор, узнать много нового и заработать репутацию очень интересного собеседника. В личной жизни происходят события, повергающие вас в растерянность. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Водолей. Гороскоп советует Водолею быть начеку, особенно в финансовых вопросах. Конкуренты не дремлют, поэтому пытаются любыми силами и методами вывести вас из игры. У влюбленного Водолея появится желание создать семью, что вполне одобряют его родственники. Вечером обратите внимание на самочувствие, чтобы не пропустить простуду. Гороскоп «Дом» на сегодня. Положение планет благоприятствует людям с интеллектуальной утонченностью, творческим воображением, жаждой власти. Их ждут благополучие и солидное положение, проблемы с родственниками, переменный успех в денежных делах. Если вы используете счастливые случаи, предоставленные вам судьбой, то всего достигнете и власти, и богатства. Если же нет, то обстоятельства могут создать семейные проблемы, постоянные хлопоты, ежедневный, обыденный труд. Личный гороскоп. Неблагоприятный в физическом плане день. Вероятно, ухудшение самочувствия, обострение хронических заболеваний, не исключены нервные стрессы. В среду утром события будут развиваться медленнее, чем вам хотелось бы. Вы станете торопить окружающих, браться то за одно, то за другое. В результате возникнут суета и беспорядок, которые заставят нервничать всех. К счастью, именно в это время случится то, чего вы давно ждали, и ситуация заметно изменится к лучшему. Вечер – время, когда серьезный подход и самодисциплина способны на многое. Именно благодаря им вы сможете достичь самых важных своих целей. Любовный гороскоп на сегодня для рыб. Рыбы проведут сегодняшний день крайне непродуктивно. Вам вообще не захочется покидать свою уютную постель, а потому вашим лучшим собеседником станет любимый фильм или хорошая книга. К делам близких вы относитесь отстраненно, и это не способствует гармонии в отношениях. Упреки в эгоизме обидны, но отчасти обоснованны. Постарайтесь занять более активную позицию, не позволяйте жизни проходить мимо. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рыбы. Сегодня рыбы будут слишком чувствительными и влюбчивыми. Такое ощущение, что вы никак не определитесь, что и кто вам нужен по жизни. Стратегический план поможет вам решить насущные проблемы и удачно вложить средства. Опираясь на свой опыт и прошлые ошибки,
рыбы смогут найти верное решение в профессиональной сфере. Гороскоп «Дом» на сегодня. Материальное положение рыб творческих профессий может коренным образом измениться. Не последнюю роль в этом сыграют их влиятельные знакомые, спонсоры, инвесторы, меценаты. Вы нуждаетесь в моральной и финансовой поддержке, так что стремитесь на деле ее заслужить. Личный гороскоп. День символизирует разочарование и нестабильность в эмоциональном плане. Многим рыбам будет трудно разобраться в сложных процессах сегодняшнего дня. Множество вариантов в решении проблем приведут вас в замешательство. Высока вероятность ошибок и просчетов. В отношениях с детьми-подростками вероятно недопонимание и отчуждение. Спасибо огромное, что остаетесь с нами. Отличного вам настроения и до новых встреч!